Здравствуйте, ребят. К сожалению, извиняюсь, сказали сидеть. Так лучше. Вот, поэтому буду сидеть. А обычно я как бы стою там, ну, и хожу. Так лучше. Ну, сказали сидеть. А меня там они тоже сейчас слышат, да? А я тут принимаю в зал, да, всех? Чтобы принять в зал. А, все, окей, давайте. А вы тоже здесь? Да. Я прям не буду, но я приболел. Хорошо. Начинаю, да? Так, здрасте, ребят. Зарегистрировалось, по-моему, 35, что ли, человек. Но здесь явно не 35. Ну, в любом случае, у нас еще онлайн-трансляция идет. Я всех приветствую. Вы первый раз в нашем университете или первый, да? Ну, можете ощутить, посмотреть эффект присутствия в университете, которому уже 123 года. Здесь даже, в принципе, ходил Николай II. И при нем это все, в общем-то, открывалось. То есть это еще было, еще, считайте, советская власть, еще имперская власть, да? Вот, так что у нас все очень даже, скажем так, традиционно и очень даже так с передаванием из поколения в поколение. Сколько людей здесь, и, наверное, какие-то известные люди сидели на этой самой кафедре. Это называется, ну, скажем так, лекционный зал. Здесь проходят лекции. Наверное, у вас в школах так же или нет? Я просто думаю, что лекции в школах, наверное, тоже проходят или нет? Я не знаю. У вас такие есть, вот так, чтобы вы сидели не вот так, а вот так? По-моему, нет. Я тоже в школе учился, у меня такого не было. Когда первый раз пришел, ой, интересно. Как-то тут необычно. Вот. Собственно... Сегодня мы с вами, в принципе, будем разговаривать про такую животрепещущую тему. Она волнует всех. Это что-то новое и, в общем-то, можно сказать, даже и уже теперь не новое. Энергетические напитки, да, они так называются, энергетики так называемые. Ну, прежде чем мы начнем, сразу можно сказать, что, в принципе, вы сами знаете, так интересуетесь и вообще по себе можете сказать, что, в принципе, энергия, да, и калории, которые считают сейчас во всех фитнес-центрах, они, в принципе, интересуют всех. Энергия, да, что это такое, что за, это энергия чего, да, это потребление, это откуда оно берется. Но если мы, например, возьмем тело человека, то мы можем сказать, что мы, например, это небольшой реактор. Мы с вами небольшой реактор, мы производим и чего-то, переходящее в энергию и не переходящее в энергию, откладывающееся и тому подобное. В общем, суть в чем? Такой вот бренд, да, рекламный, что энергетики – это запас энергии, что у вас будет ее очень много, и вам не нужно будет отдыхать. Вы можете дальше трудиться и работать. С одной стороны, мы с вами сегодня... посмотрим, и действительно есть что-то положительное в энергетиках. И не поверите, что-то в них все равно хорошее есть. Но их ругают, и ругают, наверное, не напрасно. И давайте посмотрим, как их ругают. Ну, прежде всего, я хотел бы вам сказать, что раз уж вы нас первый раз посетили, многие из вас, и кто-то вот у экранов сидит, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на нашу прекрасную дружную кафедру. В институтах кафедра называется рабочий такой преподавательский коллектив, который, в общем-то, дает знания поступившим к нам ребятам. Кстати, у нас сегодня, по-моему, если я не ошибаюсь, в институте День открытых дверей. И, соответственно, вот одной из презентаций нашей кафедры я вот как раз вам презентую. Чем занимаются вот эти все прекрасные преподаватели, в том числе и я. Мы подготавливаем специалистов, способных работать в, ну, скажем так, в экспертной области. Раньше я бы вам ответил, что мы готовим исключительно экспертов для правоохранительных органов. То есть у нас кафедра единственная вообще в России, недавно награжденная, кстати говоря, министром внутренних дел
в прошлом году за активное участие в антинаркотической политике Российской Федерации. Ни много ни мало. То есть мы участвуем в общем рассмотрении новых психоактивных веществ на предмет их включения в список наркотических средств. Приходят специальные запросы, и мы как бы делаем свое мнение, даем по этому вопросу. Ну, надеюсь, может быть, в скором времени у нас система поменяется немножко, и мы будем более серьезную роль в этом занимать. Но мы в тренде, нас никто не забыл, и мы, в общем-то, в государственной антинаркотической политике. Называется у нас кафедра «Экспертиза в допинг и наркоконтроле». Такое название «Экспертиза в допинг и наркоконтроле». И, соответственно, люди, которые закончили нашу кафедру, могут, ну, наверное, как-то так сказать, похвастаться знаниями, или я бы так сказал, что обладают некими знаниями после нашей кафедры, которые позволяют им работать в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, таможни, ФСБ даже, наверное, если вас туда возьмут, в принципе, но можно так как бы попробовать вам туда. Ну и тому подобное. Еще Минюст, Следственный комитет, тоже у них есть экспертные подразделения, туда можно, в принципе, по наркотической линии податься. Но у нас еще есть такая линия допинга. Сейчас очень популярная, очень модная, да, с одной стороны, в кавычках. Мы остались без флага, без гимна на Олимпиаде. И поэтому, как бы, можно сказать, что она модная, да. Но в любом случае мы в этом вопросе работаем, также рассматриваем новые допинги. И вот, кстати говоря, сегодняшняя лекция и сегодняшняя тема, это было нашими студентами отработана эта тема. Я сегодня презентую, кстати, вам те достижения, которые, в общем-то, под моим руководством и под руководством наших профессоров кафедры, в принципе, мы такую работу провели по энергетикам. Она, в общем-то, достаточно несложная с точки зрения химии, ничего тут такого вообще нет сложного, даже можно сказать просто. Но нужно было посмотреть, проанализировать, что у нас творится вообще на энергетиках, можно ли их рассматривать в качестве допинга, например. Вот, поэтому начнем с истории, она, в принципе, известна и в интернете она есть, но здесь основной, вот это второй пункт, наверное, вот этот вот Гер Матешиц, который приехал в Гонконг и просто заказал себе какого-то тонизирующего напитка, на что ему, в общем-то, официант принес какой-то напиток, который содержал в своем составе туарин, да, тиамин, туарин, там вот такие вот вещества, и он как бы подумал, а почему бы мне такие вещества и вообще вот такие тонизирующие напитки не попробовать распространять в Европе, в мире, да, и как бы, может быть, они как-то помогут ну, в моем бизнесе, да, и, скажем так, основал большую-большую, в общем-то, структуру, название ей Red Bull, да, который, мы, в принципе, у нас у всех на слуху, это не реклама сейчас происходит, но, в общем-то, такой вот большой бренд с достаточно такой агрессивной рекламой, который навязывает нам, что Red Bull это хорошо, что Red Bull это прекрасно, что он везде в спортивных мероприятиях, что он пародирует, да, нам и дает возможность нам зарядиться энергией каким-то образом, как батарейки, да, жидкие батарейки. Ну, конечно же, это все реклама. Я не знаю, верите ли вы вообще рекламе, да, но реклама, она двигатель торговли. Главное побольше впихнуть, грубо говоря, по-простому, продать. Вот, поэтому вот такие красивые, видите, вот и бык, и все, и энергия, и вроде как, ну, я вот не знаю, например, ни одного спортсмена вообще, который, в общем-то, пил бы энергетики, и у него было бы все хорошо со здоровьем, и он бы, например, 100-метровку бежал быстрее других. Ну, не знаю таких людей. Недавно вот был такой персонаж, я не знаю, вы его, наверное, знаете, он так в интернете активно популяризировал, да, рекламировал вот эти вот все напитки такого рода. Фамилия у него очень звучная, у него брат очень такой серьезный, он сам так немножко скатился куда-то в пропасть, ну, в общем, он пил такие вот энергетические напитки, и у него был, в общем-то, бой, который он проиграл в пух и прах.
Вот, ну, просто в пух и прах. Его зовут Александр Емельяненко, и как бы у него была история, связанная с вот такими вот веществами, которые он очень активно рекламировал, поддавшись на деньги, ну и, соответственно, проиграл там. Ну, он вообще вышел на бой и стоял, ничего не делал. Так не должно было быть. Наверное. Давайте разберемся, что же тут вот такое вот содержится, особенно вот в Red Bull, в Берне, вот такие самые, одни из адреналин, самые три таких топовых энергетических напитка мы выбрали для сравнения и, соответственно, поинтересовались, а что же там содержится. Да, конечно, безусловно, безусловно, здесь вопросов нет. Вы можете развернуть баночку по российскому законодательству. В принципе, каждая баночка должна, в общем-то, содержать состав, содержать, в общем-то, какие-то аннотации. Если это там вредит здоровью, должны об этом написать. То есть, как бы состав есть. Ну, мы решили, в общем-то, проверить, а что же тут, в общем-то, содержится. В целом, в среднем, да, если вы посмотрите, то состав энергетических напитков, ну, вообще, как правило, да, соответствует определенным веществам. Ну, здесь основные это первые два, наверное, еще ряд других. Вот метионин это, знаете, такой чай мате. Вот иногда он есть, иногда его нет. Ну, вот остальные, вот мелатонин, аскорбиновая кислота, красители, регуляторы кислотности, они, в принципе, все, в общем-то, по, скажем так, по рецептуре то входят, то не входят. Тут уже от вкусовщины зависит производителя. В целом уже сейчас, вот как химику видно отсюда, любому из нас, из вас, я надеюсь, вы тоже как бы к химии близки. Вы, кстати, собираетесь к нам поступать или нет? Кто-нибудь из вас? Нет? Ну, если кто собирается, то у нас здесь очень сильная химическая технология, химия, нефтехимия, нанохимия, да, сейчас нанотехнологии, нанесение на поверхность с изменением свойств объектов. То есть очень даже ну, интересные такие достаточно вещи. Возвращаясь к нашей тематике, ну сразу мы видим, ну, например, аскорбиновая кислота или краситель, или ароматизатор, регуляторы кислотности. То есть они добавляют регулятор кислотности для чего? Для того, чтобы снизить кислотность, отрегулировать ее. Да? То есть мы сразу видим, что эти уже сейчас просто смотрим на состав этих энергетиков, и уже сейчас видно, что кислотность немножко повышена. Это очень плохо, уже сразу так нехорошо для желудка, как минимум. Ну, просто, вот просто. Просто смотрим, и что-то тут уже как бы не очень. Много не выпьешь, так скажем. Ну, начнем с первого. Это у нас, конечно, кофеин. Мы многие из вас кофеманы, нам сейчас везде на каждом углу предлагают, в общем-то, попить кофе, и, соответственно, как бы немножко взбодриться, да, стонизироваться, то есть кофеин – это тонизирующий напиток, который, в принципе, я бы не сказал, что он родственник кокаина, конечно же, я бы так не сказал. Но принцип действия в меньшей степени, конечно, близок туда. Это кокаин, амфетамин и такие вот серьезные наркотические средства. Но они, конечно же, имеют более серьезный наркогенный потенциал, нежели кофеин. Но кофеин можно рассматривать вполне. Ну, например, если люди употребляют там кофе по 5, по 6, по 7 чашек, то, соответственно, мы уже употребляем такое выражение, как кофемания, да, кофеманы. То есть есть какая-то мания у людей, в принципе, и, соответственно, они могут рассматриваться как игроманы, как кофеманы, у людей, у которых есть какая-то некая мания. Да? То есть они уже немножко как бы к этому вопросу очень серьезно относятся и требует у них организм большего и повышения его дозы. Почему организм, в принципе, требует повышения дозы? Вот вы по себе можете заметить, что у вас не получится пить 2 чашечки кофе. Вот попробуйте пить только 2 чашечки кофе. Если вам нравится кофе, вы будете его пить, и концентрация увеличится до того предела, пока организм скажет, слушай, пока перерыв. Ну вот хорошо, что с кофе так, что иногда организм вам говорит, вот можете по себе заметить, что он говорит, стоп, останавливаемся, не пьем кофе вообще,
И начинаем опять с двух чашечек. Ну, соответственно, в этом случае кофеин просто увеличивает свою концентрацию. То есть к нему привыкает, как к обычному наркотику, к наркотику также привыкает организм и уже не чувствует тех эффектов, которые были первоначально. И он требует большую концентрацию. Поэтому у нас кофеин немножко как бы нас заставляет увеличивать концентрацию. Это уже нехорошо. Я даже тут, кстати, больше могу сказать, почему мы на первое место поставили кофеин в ряду составных частей энергетического напитка, поскольку почти все содержат кофеин, почти все основаны на кофеине. Грубо говоря, вы пьете сладкий, легкий, очень концентрированный кофе. И сама проблема в том, что очень сложно определить концентрацию. Разные энергетические напитки дают разную абсолютно концентрацию кофеина. Ну, если мы берем таблицу, да, то у нас, конечно же, мы тут взяли какой-то энергетический напиток Jolt, там, ну, в общем-то, это понятно. Но вот если вам интересно, то самый чемпион среди кофеина – это, конечно, кофе из Турки. Да, из Турки 163 миллиграмма. Значит, в 250 миллилитрах. Да? Ну и, соответственно, вот какие-то у нас энергетические напитки там с левой стороны. Также кофеин у нас содержится в таких напитках, как Coca-Cola, Fanta, Sprite. Немножко для, как говорится, тонизированного состояния. Объясню потом, почему. Вот. Ну и, соответственно, даже эспрессо, если видите, немножко проигрывает кофе из Турки, который нам как бы больше всего, как бы, наверное, кофеманам основным нравится. Ну, например, я могу привести пример Португалии, где люди не пьют чай, потому что они считают, что если человек пьет чай, он немножко болеет, ему надо просто попить чай. По 5, по 6, по 7 чашек они, в принципе, употребляют маленьких таких эспрессо в Португалии. То есть, ну, там, наверное, привыкший организм, не знаю. Ну, суть в чем? Вот если вы посмотрите вниз, то увидите кофе без кофеина. На самом деле кофеина в нашем растворимом кофе очень мало. Очень мало. Потому что, в принципе, он требуется для других нужд, и это уже очищенный кофе. Там немножко другие вещества содержатся, поэтому если вы пьете такой вот кофе растворимый, да еще молочка туда нальете, то минут через 20 вас, наоборот, потянет в сон. И как бы здесь я ничего не могу сказать, кофеина там очень немного, то есть бодриться не получится. Второе вещество — это таурин. Таурин — спорное вещество, мы его как раз таки анализировали, и соответственно могу сказать, что это у нас белковая природа этого вещества, такая у нас белковая кислота, скажем так, которая неоднозначно влияет на организм человека. Ну, просто неоднозначно по той простой причине, что в ней есть как много плюсов, так если вы немножко перейдете через ПДК, через концентрацию предельно допустимую в организме, то, соответственно, у вас начнутся головные боли, мигрени, ну и, соответственно, боли разного рода. То есть это такое вещество, где нужно иметь четкое представление, сколько ты пьешь. Да? Отсюда опять, возвращаясь и к кофеину, и к таурину, мы приходим к какой-то определенной предельно допустимой концентрации выпитого. Да. Ну, в плюс могу сказать, что таурин действительно не является таким там наркотическим или еще каким-то веществом. Его, он не под контролем ни в одной из стран. В принципе, если говорить про его свободный оборот, он легален абсолютно, и его даже в принципе в аптеках выписывают для тех, кто там, у кого потеря аппетита, кто, в общем, страдает апатией, он немножко, конечно, вам добавит такой, ну, в общем-то, жизненной энергии. Да? Ну, мы не говорим сейчас про энергию, немножко вас бодрит, чуть-чуть бодрит вас и к потреблению пищи, к радости, к чему-то. То есть таурин – это природный такой анальгетик, ну, как бы не анальгетик, а алкалоид, который, в общем-то, имеет белковую природу, который мы, кстати говоря, дальше я вам покажу, как мы его анализируем. Из плюсов. У нас же сегодня лекция положительного и отрицательного. Из плюсов
Могу сказать одно. Вот там во всех энергетиках, как правило, есть витамины группы Е и В. Из них, вот из группы В, выделяется витамин В8. Очень такой достаточно, если вы посмотрите, даже комплексные витамины, он не всегда туда входит, а зря. Потому что это очень, очень полезный витамин, который, в принципе, чуть-чуть артериальное давление снижает, и, в общем-то, его даже гипертоники ищут по всей Москве. По сути, он содержится во многих продуктах. Соответственно, у нас здесь представлен сыр, орехи. Но это не значит, что вы должны сейчас употреблять это все, и у вас все будет хорошо. Нет, действительно, настроение улучшится. Ведь если хорошо поели, почему нет? Витамин В8 это у нас играет в положительную сторону к энергетикам. Они добавляют туда витамины, здесь спору нет, витамины там есть. И для спортсменов такой витамин очень-очень нужный, соответственно, для жизнедеятельности. Поэтому не все, у нас все здесь сегодня печально. Подошли к самому, кажется, сладкому, да, как говорится, но на самом деле к самому опасному. Вот видите, Кока-Кола стоит, да, у нее сколько там в нее влито? Наверное, вот 0,5, да. Посмотрите, сколько туда входит сахарочков. Соответственно, это просто фактически вода с сахаром, причем, такого количества большого достаточно содержания. С одной стороны, да, вот у нас солнышко есть, сахар – это гормон радости, да, это у нас такие вот влияния на наши рецепторы с положительной стороны, то есть организм скажет вам спасибо, глюкоза пропитает нам мозг и, соответственно, отложится в определенных местах, чтобы потом нас пропитать еще раз и, соответственно, вам скажут спасибо. Никакой организм не откажется от сладкого. Никогда. Маленькие дети, они уже еще пока, в общем-то, еще только ходить начали, а уже вот дай им сладкое, и мозг уже сам ему скажет, бери и ешь. Соответственно, глюкоза, она очень так, синтезирует, то есть употребление глюкозы способствует выделению гормона счастья. Да, такое есть. Шоколадочку съешь, там говорят, да, еще чего-нибудь там и порадуйся. Но на самом деле его столько туда кладут, в этот энергетик, что, в принципе, заставляет задуматься. Куда столько, да? Очень там, во вреде сахара мы можем с вами там целые поэмы сложить, что у нас происходит. Если вред сахара – это ускоренный процесс старения организма, это у нас развитие всяких рода весовых дел, сердечно-сосудистых, витамины плохо усваиваются, нарушается обмен углевода, выведение кальция. Кальций – очень важная вещь из организма. Он очень, начинает вылетать, да, но он нам очень нужен. Атеросклероз, кариес, соответственно, с кальцием, да, и подавление иммунной системы. Это вот все из-за вот этих вот хороших вот сахарных вещей. Почему это очень важно? Потому что вот даже сегодня, когда я ехал сюда, я думаю, надо с кем-то пообщаться, кто вообще-то употреблял эту энергетику. И у меня сегодня был утром разговор с человеком, который отказался от энергетики. Это мой приятель по старой работе, в общем-то, и он мне рассказал, что, в принципе, он действительно, как говорят, сидел на энергетике, но почувствовал, что от него нет никакого эффекта. Он ему нужен был для того, чтобы ездить куда-то там на работу или еще куда-то на машине. С утра рано вставал в Москве, вы сами знаете, надо встать там чуть не в 3 утра, чтобы приехать нормально в 9 часов. Соответственно, он также вставал, пил эти энергетики и говорит, вообще эффекта нет. То есть он рассказывал, что эффекта нет. Вот я хочу вас спросить, у вас, кто-нибудь из вас пил энергетики? Пожалуйста, представьтесь, какой у вас вообще был эффект. Просто интересно. Эффекты были, вы чувствовали? Улучшение настроения? Привыкание есть небольшое, да. То есть ты уже идешь, и мозг тебе говорит, давай-ка купи рядом там какой-то ларечек или еще что-то. То есть туда... А какой вот вы тип употребляли? Что там?
монстр, да? То есть он, во-первых, такой черненький, зелененькая на нем вот эта надпись, она такая попала в точку, куда надо. И она у нас мелькает как агрессивная реклама. Хорошо, спасибо. Ну а у кого-то есть негативное отношение? Негативное есть? Или у нас только позитивное? Девочки, у вас в итоге-то негатив или позитив? Так, пожалуйста, а вы? Вы не переживайте, они разрешены, все в порядке. Мы про наркотики не говорим. У нас не собрание анонимных алкоголиков. Нет, все в порядке. Бессонница. Развитие бессонницы. Совершенно верно, кстати, совершенно верно. Бессонница, да. То есть сбивается ритм вот этих вот, опять же, вещей, которые отвечают у нас за сон. Да, да, совершенно верно. Ну, опять же, так, давайте посмотрим. Здесь какой-то у нас, наверное, вопрос в чате. Так, вот у нас вопрос. Вы видите, да? Нет, я не пил, никакого эффекта нет у Михаила. Первый раз, когда пробовал, что-то было, но потом совсем нет. Бессонница. Вот, бессонница, повторяйте, бессонница. Вот мы с вами сейчас просто сидим и, кстати, статистику делаем, вот просто. Вы не знаете меня, я не знаю вас, человек не знает вас, пишет тоже бессонница. Это, кстати, вот, ну, хороший результат. Эффекта не было, неприятный запах. Ну, на самом деле, насчет запаха я, наоборот, скажу, что, наверное, когда такой вишневый, там всякие сущие гадости. Ну да. Так, идем дальше по нашим делам. Итак, мы с вами сейчас поговорили про просто энергетику. Но люди мы все, вы тоже уже взрослые становитесь, я не знаю, ходили ли вы в клуб или нет, но такое есть, к сожалению, я тут вторую сразу, к сожалению, должен вам сказать, это фотография сделана мною в одном из заведений Екатеринбурга, где до сих пор продаются, к сожалению, коктейли, содержащие энергетик плюс спирт. Спирт, содержащий истории. Итак, это очень ошибочное мнение, что это очень хорошее, прекрасное и нейтрализующее, да, воздействие энергетика на спирт. Наоборот, здесь есть несколько эффектов сразу. Эффект седативный, эффект такой возбуждающий. Все это вкупе. Истощается организм наоборот быстрее, чем при обычном употреблении алкоголя. Хотя и это тоже лучше не употреблять, но мы сейчас говорим вообще про смесь. Создается гремучая смесь. Были даже смертельные случаи, и сейчас официально во многих странах продажа. А у нас, кстати говоря, если вы не знали, продавались не так давно, прямо уже в баночке. По-моему, они назывались отвертка, что ли, или что-то типа такого. Баночки, содержащие спирт, содержащие плюс энергетик. Вот эти, мы сейчас не будем даже о них говорить как в положительную сторону, там ничего нет положительного, там только сугубо отрицательно. Такого рода вещи действуют на сердце сразу. Значит, причем сердце не понимает, вы что хотите, бежать или остановиться? Что вы хотите? Гипертермия, то есть у вас начинает тело, температура тела до 40 градусов разогревается. То есть вам нужно больше пить воды, чтобы снизить это и охладить. Ну и, соответственно, вот здесь приведено, что в США в 2010-2011 годах было зафиксировано почти 5000 случаев алкогольного отравнения, связанного с энергетиками в сочетании с алкоголем. Кстати говоря, в основном среди студентов. Ну, я думаю, что вы все, раз уж вы так активно пришли к нам на День открытых дверей, будете студентами московских, я так думаю, вузов, ну, даже не московских, но все равно российских, и, соответственно, будете жить студенческой жизнью, где мало сна, сразу скажу, где много энергии иногда требуется, особенно сна перед экзаменами и перед зачетами. Итак, запоминаем, энергетики с алкоголем – это вред, которого не должно быть. Но, к сожалению, если есть лицензия на продажу алкоголя, а энергетики, разрешенные
напиток, то добавлять их в определенное питейном заведении не запрещается. Но я вам сразу говорю, что это очень-очень серьезный удар по здоровью. Так, сейчас у нас дальше. Так, тут принять. Понимаем. Ну, немножко статистики. Несмотря на то, что мы сейчас с вами вот сидим, у нас, в принципе, отреагировало на мой вопрос всего 3 человека, получается, а нас немало. Развитие энергетических напитков идет, импорт их идет. Не знаю, как сейчас, кстати, насчет импорта. Сейчас, наверное, сложно, но мы до 2020 года посмотрим. И если вы посмотрите, то, в общем-то, экспонент идет вверх. То есть у нас импорт энергетических напитков, энергетиков так называемых, по данным таможенной службы нашей таможни, увеличивается, динамика увеличивается. Ну, немножко вот в 2020 году чуть-чуть динамика к предыдущему году чуть просела, а так, в общем-то, в основном увеличение. Также прогноз, то, что будет увеличение, сейчас, конечно, этот прогноз был составлялся компанией «Бизнес-стат», составлялось до таких вот наших событий. Но в любом случае есть спрос на это дело. Наиболее популярными, ну, естественно, вот Red Bull, Adrenaline Rush и Burn, вот как раз наши 3 выбранных для экспертизы наших 3 энергетика. Пробовали или нет, значит, ну, соответственно, 94 пробовало. Я думаю, мне кажется, здесь сидящие все практически пробовали. Ну, просто попробуйте. Энергетик, что это такое? Кто не пробовал? Ух ты! Что, серьезно? Вообще, то есть вы не... Даже вот... Вы даже не открывали... Серьезно? Обалдеть можно. Так... У меня лекция на другой была рассчитана, что все сейчас руки поднимут. Статистика, посмотрите, 94. Ну, что-то... Так, у нас в чате что у нас? Я. Матвей, молодец. Матвей. Так, знаете ли вы о вреде энергетического напитка? Все знают, но пьют. Понятно. Но это по статистике. Здесь, я так понимаю, все меняется. Хорошо, вопрос. Вопрос. А вы чем заменяете себе вот такие вещи? Но кофе идет, да? Кофе прям вот какая-то вот идет, да, вот бум. И маленькие кофейни открываются, идите к нам. И вот у нас здесь открылось, при всем уважении, у нас здесь открылось кофе, там первый этаж, 4-й, 5-й там. Кофе, да, с молоком. Латте. Какао, кстати, какао кто-нибудь пьет? Пьет, да? Вот, какао, Несквик? Нет, наш, русский. Серьезно? Вот, кстати, знаете, вообще куда-то ушло в прошлое, по сути. Вот этот вот квадратик. Зелененький, какао, да. Ну, так, у нас кто-нибудь какао пьет, ребята, из чата? Я пью какао и зеленый чай с сахаром. Только с А, Матвей, с сахаром. Так, ладно, чай матча, натуральный бодрящий. Так, поехали дальше, еще не конец. Итак, приходим к самому эксперименту. Что нам хотелось узнать? Обманывает ли нас производитель или нет? Есть ли там наш таурин или нет? Мы взяли 3 самых основных, значит, напитка. В одном у нас, по-моему, только кофеин оказался и осталось... У нас 2. Ну, в общем, лабораторное наше исследование выглядит следующим образом. Мы отбираем пробы, и эти пробы 1, 2, 3, да, 4, 5, 6, в общем-то, экстрагируем и проводим такая реакция из Петровского. Ну, суть в чем? Наш вот этот вот таурин имеет белковую основу. Реакция Петровского – это сульфат меди. Кстати, как называется сульфат меди? Кто сказал? Медный купорос, правильно. Вот, сульфат меди, ну и, соответственно, сульфат меди у нас дает такой вот эффект образца. Вот если вы видите, такой фиолетовенький.
вот-вот, фиолетовенький, фиолетовенький, такой вот в синеву отдающийся. Ну и, соответственно, мы доказали, что он действительно у нас таурин присутствует в двух образцах из трех. Сейчас уже не помню, по-моему, не содержит у нас то ли этот адреналин, ну, по-моему, один из трех там он не содержал. Но мы доказали, что да, действительно, производитель. И там было написано, что там только кофеин. Но там кофеин вот такой. То есть там вообще. То есть я вам сейчас покажу, какой там кофеин был. Вот. Ну, соответственно, пробирку помещали 20 капель раствора гидроксида калия, добавляли 1-2 капли раствора сульфата меди. Кстати, вам этим тоже предстоит заниматься. Кто захочет к нам в РХТУ, вот, пожалуйста, пробирочки, экстракция, проверка существующих продуктов, пожалуйста, вот это все у нас классически присутствует. Вот это, не знаю, сколько вам подносику, но напоминаю, нашему вузу 123 года. Вот. Есть некие вещи, вот, которые здесь хранят историю. Тонкослойная хроматография. Когда-нибудь сталкивались или нет? Тонкослойная хроматография существует для разделения смесей. То есть мы ее разделяем. Ну, с правой стороны у нас немножко поплыл, вижу. А вот с левой Т1 было неплохо все. В общем-то, РФ выстроился. И, соответственно, мы в лучах ультрафиолета, ультрафиолетовой ванночки посмотрели, как они, в общем-то, распределяются. Провели также мы хроматографическое исследование ВЖХ и хроматомассоспектрометрии. Кстати говоря, это российский прибор «Кристалл» называется. Кто думал, что у нас нет импортозамещения, ошибался. Импортозамещение есть. Соответственно, это у нас пик, это концентрация. Вот так выглядит хроматограмма, если что. Таким образом выглядит хроматограмма. Мы, значит, соответственно, провели исследование и обнаружили, что таурин в достаточно большом концентрации у нас вылезает в этих вот как раз-таки двух объектах. А что у нас творится с другим объектом? А вот здесь вот даже не вошло в нашу, значит, это Берн был, вот у него какой кофеин. Просто огромный пик кофеина, просто огромный, причем даже непонятно, вот этот Берн, почему такой огромный пик, то есть зачем столько кофеина пихать в энергетический напиток. Как бы немножко, ну даже за людей страшно стало, если честно, потому что, ну, фактически один кофеин ешь. Тоже здесь, в общем-то, у нас прошел Берн. Итак, небольшое заключение, да, нашего вот всего того, что мы сделали. Я не знаю, как каждый из вас, да, в общем-то, посмотрит на этот вопрос, но плюсы очень такие обычные, примитивные. Ну, добавляют они витамины, хорошо. Добавляют они сахарку. Но это вы и дома можете чай с сахаром попить, да? Витамины, вы лучше купить комплекс витаминов, и, в общем-то, у вас будет все хорошо. Запах там или цвет приятный, на вкус приятный, это все вкусовые добавки, тоже химикаты на самом деле. Всякого рода, вот почему сейчас, кстати говоря, пищевая химия развивается? И вообще, знаете, почему была придумана колбаса? Извиняюсь, что вас так в другую сторону, ну, а мы дойдем сейчас до этого. Дело в том, что люди в прошлом не могли сохранить мясо. Ну, тяжело было. Мясо сохранится, ну, 2-3 дня. В жарких странах это полдня. Все. Соответственно, нужно было придумать что-то, что могло сохранить мясо. Придумали его перемалывать, добавлять туда всего-всего, там, сохранением там, нитрит натрия, чтобы был у него такой красный, как если докторскую берем колбасу. Ну и, соответственно, вот эта пищевая химия не только с колбасы, но вообще начала развиваться именно для сохранения продукции, для сохранения ее. Ну, допустим, да, у нас есть консервация, у нас есть
компоты, варенье, мы, в общем-то, их, опять же, за счет сахара их консервируем. Но здесь, вот если мы берем компот, варенье, у вас там сахар, да, хорошо. А здесь мы, вот, например, берем, здесь чего только нет, таких химикатов только нет. Вот там Е какой-то, Е там европейский стандарт, Е, потому что Европа первая делает. Кстати, не думайте, что в Китае делают Е. Е, кстати, нельзя делать в Китае, ну, если что. Вот эти вот все ешки. В этом связи я, кстати говоря, приглашаю, у меня конкретно есть курс «Опасная химия», где я для школьников читаю про, в общем-то, химию, которая нас окружает. В чем ее опасность, в том числе канцерогены. Канцерогены знаете, что такое? Что такое канцероген? Кто не знает? Так, ну. Так. Правильно, канцер, да. То есть это вещества, способные, не вызывающие, способны вызывать раковые опухоли, да, действительно. То есть это такие вот вещества, и мы их едим, на самом деле, как бы этих канцерогенов куча. Вот, ну, неважно. В общем, наверное, люди все равно развернутся в сторону деревни когда-нибудь и пойдут есть фермерские продукты. Потому что, ну, и то, фермеры тоже сейчас кормят своих там, питомцев непонятно чем. Суть в чем? Значит, плюс какой? Плюс, да, оно там вкусненькое, оно улучшает настроение из-за сахара, оно привычно вам, оно интересно, так как вы в теме, да, вы там в какой-то, в общем-то, современности, да, находитесь. Это все, и с этим закончили, все, вот больше плюсов нет никаких. Какие еще? То есть у вас куртка Red Bull, и вы пьете Red Bull, но это не значит, что если вы попили Red Bull, вы сейчас 100-метровку пробежите. Поверьте, нет. Вы выпьете Red Bull, у вас немножко сердце так скажет. Ты останавливайся, парень, потому что я уже не могу здесь долбать так тахикардии и брадикардии. Как бы я немножко сейчас это остановлюсь, переварю твой этот бёрн, а потом там или Red Bull, а потом ты уже можешь как бы бежать 100-метровку. То есть профессиональные спортсмены не используют этого всего. Это все для таких, это все для курточки, чтобы контракт хороший был. А на самом деле они сами не используют. Поэтому плюсами мы заканчиваем. Зато посмотрите минусы, это еще не все поместились. Здесь еще не все минусы есть. Куча всех минусов, связанных со здоровьем. Вы сами сказали, я вам не говорил, но вы мне сами сказали. Бессонница, эффекта нет никакого. Абсолютно. Я даже больше скажу. Эффект есть совсем другой. За счет того, что у него содержится таурин и кофеин, особенно в большом количестве, энергию у вас заберут наоборот. То есть вы устанете быстрее, чем даже можно сказать не то, что устанете, а морально подсядете. Морально подсядете, перегорите. Ну, например, вам хочется взбодриться перед какой-то перед вечеринкой какой-то, или перед выступлением каким-то, или перед, в конце концов, парень ходит с девушкой на свидание и очень переживает. И он еще долбанул, не дай бог, Red Bull. Он и так-то, в общем-то, а тут еще и с Red Bull он вообще потеряется просто. Вот ему будет очень сложно, я вам сразу скажу. Поэтому даже ребятам, в общем-то, могу сказать одно, что это, в общем-то, очень нехорошо. Что мы сделали? Мы, на самом деле, подтвердили нашим исследованием, что у нас есть ряд веществ, ну, как и заявлено, да, что таурин действительно входит, да, такой основной, который и почувствовал, в принципе, этот создатель этого всего, который привез это все из Азии сюда, в Европу. Мы его нашли, действительно, он есть. Выработали методику, как его определять. Ну, так Петровского применили, он, в принципе, прошло. В принципе, прошло. Реакция Петровского, она нам помогла. Плюс ко всему, ну, мы сейчас на кафедре тоже смотрим, может быть, какие-то другие энергетики. Я вот могу сказать, из исследуемых веществ мы сейчас заострили внимание на китайском лимоннике, например. Китайский лимонник – это психоактивное вещество более мягкой природы. И вот на его основе, наверное, если грамотно подойти к этому вопросу, можно сделать что-то, ну, как бы подобное чаю, тонизирующее. Кстати,
очень частый вопрос, а вот там черный чай, зеленый чай, угадайте, чем они отличаются? Чем черный чай от зеленого отличается? Пожалуйста. Вы мне скажите, это растение одно и то же? Да. Это одно и то же растение. Просто, да. Да, да, да. То есть черный чай, он более в Индию, а зеленый он более в Китай. Китайцам у них, знаете, на самом деле времени не так много было вот это все делать, как у индусов, так это все чинно, благородно. Они просто повалили эти листья, высушили и сделали из них чай. А теперь из этого делается большой бренд. Оставьте зеленый чай на сутки, он у вас превратится в черный. Ну, только залейте кипятком. Будет то же самое, та же самая горечь, будет все то же самое. На самом деле. Так что, вот. Кто не пробовал традиционную китайскую кухню, тот много потерял. Вот. Там червячков едят, там всякого. Вот. Капустки такая своеобразная. Ну, в общем, зеленый чай, на самом деле, он, ну, позиционируется как? Что он легче усваивается, что он у него медленнее, в другой форме присутствует кофеин, не в форме гидрохлорида, а в форме там более другой соли, которая там легче усваивается организму. Да, действительно, он не подготовлен. Ну, например, очень хороший пример, если вы знаете, такой есть у нас русский чай, Иван-чай. Его тоже есть несколько форм, есть просто сухие листья, а есть... Он, кстати, не содержит кофеин вообще. Вот, кстати, Иван-чай не содержит кофеин, и он... Наоборот, вас, его лучше пить на ночь, потому что он вас в сон унесет. Он, так, он похож на обычный чай и приятный достаточно. Вот, но он для того, чтобы поспать хорошо, снизить давление, успокоиться, и все хорошо. То есть у нас люди не гнались вперед. Современный ритм, все мы пьем кофе, кофеин, 1000 дел успеть, я все могу, но не употребляйте энергетические напитки. Энерготоники хорошему не, абсолютно не дадут. Это чистый рекламный ход. Это как с чипсами. Вы не наедитесь, но вам дадут там вещества, которые заставят вас, глутамат натрия, заставит вас еще купить пачку и не остановиться, и есть ее еще и еще. То есть опасная еда, с очень большой калорийности, мало картошки, совсем мало. Вот. Но, соответственно, то же самое здесь. У нас здесь такая вот баночка, которая говорит, ребята, я вам сейчас увеличу калории за счет сахара, за счет, грубо говоря, большого калия. И у вас будет энергии очень много. Но вы верите, что в такой баночке будет много энергии? Нет, совсем. Для того, чтобы энергия была, а ее, она, кстати, в организме совсем разная. Она бывает для переваривания, для передачи импульсов, потому что любое действие, вот я руку поднимаю, у меня идет импульс, там спиной, головной мозг, соответственно, задействуем рецепторы, и, соответственно, у нас электрический ток, так называемый, небольшой, тоже энергия, то есть поднять руку, она другую форму. Но опять же, если тоже тут, если брать эти калории, кто их придумал, непонятно. Калории – это сжигание вещества, то есть тепло, выделяемое при сжигании этого вещества. Но вы пищу или что-то не сжигаете, на самом деле, вы ее не сжигаете. Кто вот опирается на эти данные, это, конечно, класс. Вот, кто придумал, молодец. МММ второй раз. Калории. Что-то усваивается, что-то не усваивается, что-то идет на действительно энергетический запас, что-то не идет на энергетический запас. На самом деле с этим тоже надо разбираться. Возвращаясь к нашим энергетикам, там заявлено много калорий за счет глюкозы, за счет сахарозы там и тому подобное. То есть за счет углеводного состава. Углеводный состав нам с вами не сильно поможет в движении и во чем-то еще. Да, вам скажет спасибо, умственный процесс может быть, да. Но он и скажет, пока я посплю немножко, а вы за рулем, да. То есть тут вот как бы очень много всяких нюансов. Итак,
Любители фитнеса, кофеин – хорошее мочегонное средство, а значит, употреблять напиток после тренировки, во время которой теряется вода, нельзя. Да, тоже такой маленький нюанс насчет кофеина. То есть мы, ну, перед тренировкой, соответственно, пьем воду, чтобы дать эту воду мышцам и чтобы охладить систему нашу. Да? Опять же, гипертермия у нас все равно идет, мы потеем, у нас выделяется вода, нам надо солевой свой этот запас пополнить. А вы еще добавляете кофеин, который как бы мочегонный, еще выкачиваете еще воду из себя. То есть, ну, они несопоставимы. На самом деле, если вот вернуться немножко назад, вот что я вам хотел показать, вот это, оно несопоставимо вообще, по факту. Спорт и энергетики, они вообще несопоставимы. То есть тут никак. Я не знаю, кто-то из вас сыграл или в футбол, или нет, или там волейбол, или во что-то еще. Попробуйте перед игрой попить. Не дай бог, не пробуйте, конечно, но все-таки. Если вы попьете, господи, ну вас на второй тайм не хватит точно. Ну, то есть вы устанете. То есть, ну, это будет нереально. Вы потеряете воду в первом тайме. У вас будет максимум температуры, который возможен для здорового человека. То есть ну, это ничего не даст, абсолютно ничего. Но зато это хорошая история для, например, психоактивного воздействия на психику, что вы привыкли. Вот девушка сказала, привыкли, да, соответственно, употреблять, вот кто у нас тут, бессонница, у кого была. Привыкли, и, соответственно, вот, ну, сестра ваша, да, она уже привыкла, понимаете, она привыкла, она уже все, она идет за энергетиком, да. Ну, еще вот такой момент, нюанс по запрещению их. На самом деле много попыток в разных странах было запрещать энергетики. В некоторых странах они не продаются в свободной продаже. Есть 2-3 страны, по-моему, Голландия и еще что-то. Значит, в каких-то странах их пытаются вообще запретить. У нас были какие-то тоже отголоски в Государственной Думе, чтобы, ну, пока запретили с алкоголем. Сейчас уже посматривают на них так, как бы запретить их вообще. Но неужели вы думаете, что такое большое лобби будет сидеть без дела? Конечно, нет. Заказываются всякие экспертизы, доказывается каждый раз, что все это безопасно. Делаются специальные научные статьи о том, что таурин – это вообще очень шикарно, и все это добавляет энергии и тому подобное, и тому подобное. То есть, если кто-то сопротивляется, значит, поверьте мне, его забьют, и там особо не крикнешь, что это… Вообще-то это отрава. Какую ты чего, совсем что ли там? Ну, и как бы… Все ангажировано, естественно, как в нашем… в мире, в котором все продается, все покупается. Поэтому я обращаюсь к вам. Не будьте дураками. И на самом деле, у меня хоть и лекция называется «За и против», на самом деле против. Никаких «за» здесь быть не может. И никогда не может быть. Вот. Потому что, ну, если вы хотите погубить свое здоровье, пожалуйста. Я бы даже больше продолжил. На самом деле энергетики, по моему мнению, не так далеко от наркотиков стоят. Вот не так далеко, потому что очень похожее воздействие, серьезное, это уже вам не кофейку попить. Кофе пьют все, чуть-чуть, да, немножко так можно, а это немножко другое, это привыкание, это все равно оно есть на таком психоуровне, это изменение немножко даже такой вот среды, связанные внутри, когда с этими, ну, в общем, на молекулярном уровне внутри себя. Поэтому, по мне, это только против. Не знаю, как вы для себя решите, но, в общем-то, на самом деле, этой лекции я вам хотел рассказать и показать, что, в принципе, мы на кафедре доказываем, что действительно здесь есть таурин, и употреблять его, в общем-то, не очень-то хорошо. Вот. Со своей стороны я, в принципе, хотел бы достать большое время для диалога. Можем, в принципе, с вами пообщаться по вот этой вот простой, обычной лекции по нашим... В том числе я про кафедру могу вам рассказать. Пожалуйста.
Знаете, смешение кофе и энергетического напитка бывает такое. Ну, во-первых, они невкусные будут. Я забыл тут, кстати, еще один такой момент сказать. Что еще отличает энергетический напиток от кофе? Они берут и вставляют в рецептуру углекислую кислоту. Углекислота, которая позволяет быстрее доставить кофеин в кровь. То есть все вот эти, вещества, которые входят в негативный таурин, кофеин, они быстрее попадают в кровь, чем обычная вода. То есть, соответственно, углекислота, она позволяет. В кофе нет углекислоты. То есть, соответственно, эффект будет другой. Но, во-первых, нужно посмотреть, как эти жидкости смешиваются друг с другом, потому что это тоже важный момент, смешение растворов. Наверное, все-таки более плотный будет раствор энергетика, поскольку там больше сахара. Кофе окажется немножко на второй фазе. Ну, я думаю, что получится так. Первично у вас пойдет кофеин с углекислотой, значит, в кровь из энергетика, а вторым добавлением пойдет, то есть они добавятся, плюсовой эффект будет, но вначале пойдет кофеин и таурин из энергетика. То есть, соответственно, это будет двойной эффект. Да, но это будет невкусный точно. Невкусный, да, но это как газировка с кофе. Ну что вы. Вот, как бы не будет невкусно. Да, пожалуйста. Ну вот я уже употреблял здесь и сказал, что в принципе, вот мы сейчас рассматриваем как вариант. Это вот в Китае они делают, из китайский лимонник пьют, там есть у них такие напиточки, но они такие для собственного потребления. Мне кажется, что в принципе вполне сюда за зеленый чай. Кстати, вот я тут, конечно, негативно высказался про зеленый чай, но я тоже извиняюсь чуть-чуть. Зеленый чай, он действительно дольше держит, то есть он, у него эффект поменьше, но он дольше держит. И держит, в смысле, эффект такого немножко тонуса. Если вы заметили, китайские делегации приходят со своими термосами. Может, видели такое, нет? Как правило, у них даже на самом высоком уровне, они, во-первых, не доверяют, когда им там кто-то наливает какой-то воды, и, соответственно, они приходят с термосами своими, сделанными из зеленого чая. Первый чай они выливают, вторым чаем они уже как бы наслаждаются. И вот пока он у них находится в термосе, он также экстрагируется. То есть он не останавливается, экстракция идет, поскольку температура пока еще позволяет провести экстракцию. Ну и, соответственно, эффекты на самом деле продолжаются. Эффекты продолжаются, и они не останавливаются. И, соответственно, ну, они увеличиваются. Единственное, что он поменьше пьет. Но они их пьют. Поэтому, конечно, мне кажется, что если человек едет за рулем, ему нужно долгое время держать себя немножко в тонусе, я бы ему рекомендовал зеленый чай. Зеленый чай такой, ну, через термос. Через термос. Потому что, чтобы не пропал эффект. Через термос зеленый чай. Так, еще, кстати говоря, вот все-таки какао действительно интересная вещь. Ведь на самом деле какао мы вот хотели рассмотреть. Это листья какао содержат не только какой-то из кофеин и все. Нет, вот листья какао содержат достаточно много всяких алкалоидов, которые могли бы быть интересны. Например, приведу пример. Через вино. Вино, иногда люди травятся им и думают, блин, плохое было вино. Но по сути иногда есть вещества, которые входят в состав винограда, экстрагированного спиртом, ну или винным спиртом внутри себя экстрагированного, смотря какой берем, сухой, полусухой. И, соответственно, внутри них содержатся вещества, которые пагубно влияют на конкретного человека. То есть он их не воспринимает. То есть почему-то иногда, я извиняюсь, просто мы сейчас про вино будем говорить, это плохо. Но все же, если говорить про экстракцию, то некоторые сорта винограда не подходят конкретному человеку. Ну, например, скажем так. Ну и, соответственно, веществ много, алкалоидов растений много. Они по-разному влияют. Одному подходит, другому нет. Но
По сути, в общем-то, все это как бы экстрагировано было для наших, в общем-то, нужд. Итак, резюмируя нашу лекцию сегодня. Сегодня мы с вами познакомились с энерготониками, они же энергетические напитки, которые способствуют по рекламе нашему улучшению настроения, энергии добавляют нам. Но на самом деле, если рассмотреть, то это не совсем так. Не совсем так. Единственный плюс из них – это когда они представляют из себя, грубо говоря, сладкий компот с кофеином и, соответственно, наличием всякой гадости там. Вот так, в кавычках это сказать. Вот, соответственно, если кто-то хочет продолжать травиться вперед, но момент такой, не добавит никаких физических результатов, не сможет, значит, улучшить там свою жизненное настроение или еще чего-то, никак вообще. И, соответственно, лучше обратиться в зеленый чай, какао, да и, в общем-то, растворимый кофе сколько угодно пейте, потому что в нем нет кофеина вообще. Вот. То есть даже, кстати, в европейских странах там даже пишут, не содержит кофеин. У нас, кстати, такого нет чему-то. В магазин заходишь, там написано просто сублимированный. Сублимированный, он не содержит кофеин почти, там остаточное количество. И, соответственно, вообще-то там надо писать «не содержит кофеина» для тех, кому можно пить без кофеина. Кстати, некоторым запрещено пить с кофеином. Есть ряд заболеваний, которые, в принципе, не предусматривают наличие кофеина. Хотя, если хочется попить кофе, ты идешь и берешь без кофеина. Растворимый, сублимированный кофе. Вот. Ну, в принципе, я со своей стороны про энергетики рассказал полностью. Здесь, если есть еще какие-то вопросы. Добрый день, правильно ли я понимаю, что энергетик не придает больших сил, но все-таки бодрит? Такой напиток не даст уснуть больше времени, кофе или энергетик? Ага. Ну, я тут говорил про зеленый чай больше, но если вы возьмете кофе из турки, то, соответственно, лучше брать кофе из турки, либо сваренный кофе. Сами можете сварить, кстати, раньше целые культуры были, как правильно варить, обменивались, в советское время точно знаю, рецептурой. Кто-то даже соль добавлял. По-моему, в арабских странах соль добавляют в кофе, чтобы убить эффект горечи, поскольку у них там сорта кофе немножко такие вот горчат. Вот, и поэтому они добавляют соль. Кто-то чеснок даже добавлял. В общем, ну, игрались вот с таким вот моментом. Именно кофе. Опять же, кофе – это тоже не всегда хорошо, мне кажется. Хотя португальцы со мной не согласятся. Кофе, конечно, бодрит, но и в то же самое время загоняет вас в некую манию. То есть вам еще хочется. А, я сейчас вот это, еще вот так. То мне не хватает энергии, еще кофейку. Забывает поесть. Кстати, угнетает аппетит кофеин, поэтому, опять же, в туалет много бегать придется, потому что немножко мочегонное. Вот, поэтому как-то так. У нас с Ютуба есть вопрос больше? Не было. Так, ну, ага, пожалуйста. На самом деле это объяснимо. После энергетика, когда вы немножко пободрились, кофеин все-таки бодрит, наступает обратная фаза. Дело в том, что наш организм – это как молекула, которая должна быть нейтральна. Всегда должен быть ноль. Если вы из нее что-то забираете, ну, например, большой, хороший пример приведу. Вам часто советуют, у вас ЕГЭ, надо быстро съесть вот это вот, как оно называется, которое вам спокойно, вы становитесь спокойными. Такое оно безвредное вроде как. Глицин. Вам надо глицинчику попить. Не делайте этого. Если вы попьете глицин и сдадите ЕГЭ, дай бог, но после этого вы будете в супервозбужденном состоянии. Потому что все, что он вам остановил, организм, он все это заберет. Это всегда нейтраль. Ну, вообще жизнь нейтральна на самом деле. Где-то ты потерял, где-то ты приобрел. Оно всегда так. То есть если вы искусственно себя заставляете успокоиться, то поверьте мне, потом вы накричите на кого-то так, что этот человек этого не заслуживал. Но вы выдадите эти эмоции.
в один прекрасный вот небольшой промежуток времени. Это всегда, это психика человека. То есть то же самое и здесь. Сначала организм говорит, хорошо, хочешь бодриться, вопросов нет. Ты будешь бодриться. Но потом ты уснешь, и причем захочешь это сделать очень сильно. Например, приведу пример с... Как его звали, кто нам задал вопрос про психотропное вещество, амфетамин? Про Константин, специально для вас. Значит, употребители психотропного вещества первого списка амфетамин, когда используют его в клубах, они не могут остановиться. То есть мозг у них понимает, что им нужно остановиться, но они этого сделать не могут. И употребляют воду, чтобы гипертермию снять. Приходят домой в таком состоянии. Вот, ну, то есть кто-нибудь видел, как танцует человек под амфетамином? Не смотрите, это просто угар какой-то. Просто убился человек просто полностью. После этого он приходит домой, он не может остановиться. И что с ним происходит потом? Он спит 2 дня, просто спит. Он не может ничего сделать, он не разговаривает, все, он просто спит. Он восполняет свои потери. Восполняет. Отвечая на ваш вопрос, далеко меня унесло, когда человек бодрится, через какое-то короткое промежуток времени он очень сильно захочет спать. Есть даже ужасная такая в народе, называется 40 минут дальнобойщика. Может, слышали такое? Это кофе-40 минут дальнобойщика. То есть он попил кофе, 40 минут он едет, дальше, дай бог, он остановится, просто поспит. Вот, поэтому, если есть возможность, дальнобойщики, кто меня слышит, пожалуйста, остановитесь просто остановитесь и поспите где-нибудь на обочине. Никто, 90-е прошли, вас не оборует никто. Просто подъехали где-то, остановили свою фуру, поспали, не надо никаких энергетиков, просто поспали. Или зеленый чай, но лучше ничего, просто чуть-чуть, 2 часа хотя бы. И дальше безопасно продолжили путь. Обязательно. И закладывайте у своих производителей, начальников, что вам нужно останавливаться спать. Не надо больше этих ходок делать. Я извиняюсь, передал привет дальнобойщикам. Но просто есть такое, 40, называется 40 минут дальнобойщика. Кофе. Оно же называется 40 минут. Он 40 минут едет после этого кофе, потом он хочет дико спать. Еще больше, чем хотел. У меня, к сожалению, был такой эффект, когда я... Еще тут тоже в такой момент хочу поделиться просто. Когда за рулем, и я понимаю, что я вроде бы смотрю, но я уже все, я вроде смотрю, и у меня глаз открыт, но мозг уже уснул. Это очень опасная вещь, очень. Причем те, кого вы везете, они могут этого не заметить даже. Они могут с вами разговаривать, вы можете даже что-то отвечать, но вы уже залипли, вы не на дороге. Опасная история, никаких энергетиков, ничего, просто либо поменяйте водителя, если кто-то из водителей есть, либо остановитесь, попросите, просто дайте вам 20 минут, просто пусть они разговаривают в салоне, а вы поспите чуть-чуть. Со своей стороны всем спасибо. Спасибо за интересные вопросы и за участие.